skolotāja Sandra Trevele, 12. A klases skolotāja Nora Jurjāna, 1. Veļņieva, 12. B klase, audzinātāja Rīta Landēna, 1. C klase, audzinātāja Rīta Kokova. Mēs gribētu jūs apsveikt jaunajam mācību gadu un novēlēt bērniem, visiem jums, lai jums šis gads ir pilns ar maziem un lieliem priekiem, un lai jums šajā skola vienmēr ir patīkama un forši mācēties. Laimīgu jaunu mācību gadu! Šī vasara bija fantastiska tādēļ, ka mums skolā atkal ir liels jaunums. Nu, īstenībā vēsturisks jaunums. Bija viens cilvēks, kas 2012. Gadā Facebookā apsolīja, ka mums būs viena maiņa plus mīnus pēc dažiem gadiem. Un šis cilvēks solījumu ir turējis. Es viņam liecību par šo solījumu šodien uzdāvinu. Aplausi! Мы мечтали о переходе на одну смену очень долго. Я в школе работаю вот в этой школе 10 лет, и все 10 лет мы об этом говорим. И вообще это первый раз, когда эта школа будет работать в одну смену. Это для нас большая новость и огромная радость, потому что две смены – это для родителей очень сложно, да, потому что школа начиналась во второй смене где-то в час, в два. Полседьмого вечером кончалось, и для детей это тоже было очень трудно. Это для педагогов, по-моему, тоже очень хорошо, потому что педагоги смогут работать, каждый класс будет в одном классе. Значит, не будет так, что в час приходит второй класс, и педагог должен выйти из этого класса, потому что там уже следующий класс приходит. Педагог сможет после поработать после уроков, сможет с учениками больше поработать. И да, мы надеемся, конечно, результаты у нас опять... По-моему, отличные в экзаменах, но мы еще надеемся на еще лучшие результаты теперь. Учиться. В этом здании будут первые и вторые в этом году. Это будет первая часть. А на следующий год мы надеемся, что еще будут дополнительные помещения в этом здании отремонтированы, и будет отремонтирован фасад и двор в школе, потому что мы бы хотели, чтобы дети заходили со двора, а не с улицы. Это будет намного безопаснее. Мы радуемся, что у нас большие классы, значит, к нам хотят идти дети. И родители их ведут сюда. Инета Рудзейте, директор школы.